Друзья, всем привет, с вами снова я, меня зовут Андрей, это канал Булгаков Плей, продолжаем мы гонять девок, Shady Path of Me, Shady, не знаю как правильно, поехали, куда-то идем дальше, пока не понимаю куда, но куда-то идем. Определенно ящик здесь при чем-то. А ты допрыгнешь до него? Мне что-то кажется, нет. А как его меньше сделал? Туда? Туда? А, все, вкурил. То есть получается, стоп. Ты, то есть либо так, да? И получается вот так. Ты до птицы допрыгнешь? Go on. Продолжай. Какой-то еще мужской голос. Выход близко. Я продолжаю. Ну давай. Теперь ты. Ну вот эти последние локации какие-то не очень замудренные. А вон и птица, кстати говоря. Еще одна. Так опять что-то двигает. Что за кнопка? Что за рычаг? То есть получается... Ну-ка. Получается... А ты можешь ящик на... Вот здесь оставить. Дергаем. Она все равно не... Вряд ли она допрыгнет. Допрыгнула? Да ладно. Так, стоп. Ну-ка. Если я уберу... Ну-ка, вот так. Дальше получается вот так. Бля, так, значит, наоборот, вот сюда, вот сюда. Дальше перепрыгиваем также. Ну конечно. Также. А, бля, ее-то не заметил. А если я спрыгну вниз и уберу ящик. Ага, она умрет. Так. Получается. Мне нужно за птицей. Если это передвигаю, она умрет. Она умрет. То есть нам надо вообще все перемотать. Ты далеко умеешь мотать? Вот так. Перетаскиваем сюда. Значит, надо с ящиком воевать. Ящик перед... Уменьшаем. Ящик тащим.
Дергаем. Так, стоп. Назад. Но она сейчас вырастет, то есть нам этого не нужно. Правильно я говорю? Ты ж за шип не зацепишься? Не зацепишься. А сама уже не встану. Блёх-мух. Вот это интересно. Если быстро переключиться. Ага. Ага, я понял. Так, постой. Вот так, что ли, получается? Ну, нет. Это значит не то. А ну-ка. Все же элементарно. Вот только что же я сделал. Так, ты стой здесь. Ты двигай. Ты спускайся вниз. Осторожно. Ага. А теперь нам нужно уменьшить ящик. Там же от кровати вон тень. Все хорошо, все ясно и понятно. Так, переключиться. Вот сюда, наверное, да? Ну вот. И все, поехали дальше. Тут же скоро конец, да? Тут больше, короче, протыкались с птицей. Так-то там все просто решалось. Теперь ты побежали. А у тебя тут нет никаких птиц? Из прошлой серии мы выяснили, что они бегут к какому-то выходу. Братан, ты как? Выходу откуда и куда? Я думаю, что... А здесь не в прямом смысле этого слова имеется выход, а в переносном. Какая-то философская загадка. Загадка, затея, я бы даже сказал. Но задумка мне нравится. Правда, я стараюсь изо всех сил. Молодец. Так и нужно. А туда сходить нельзя, наверняка. Почти у цели. Ты почти у цели. Что, блядь, за мужик с нами теперь? Мы уже пришли? Вот он, смотри. Прикольно, голос у тени такой же, это женский уже, сформировавшийся, а у этой девочка. Вместе. Ой, бля. Вход близко. Ты
Выход. А вас местами никак не поменять? А ну-ка. Думаем. Значит, тебя двигаем сюда. Тобой просто встаем сюда. И что нам это дает? А ничего нам это не дает. Надо вот эту поставить под фонарь. Вот так. Ты давай беги. Дальше. Получается вот эту... Блядь. Убили нашу подругу. Ну если мы сюда пробежим... Меняем тебя сюда. Тебя, получается, мы двигаем. Ой, прости. Перестарался сюда. Сама она встает. Еще немножко. Так. Давай только не говорить, что это конец игры. Так это... $27.98. Так, здесь что? И что это? А ты с этим можешь взаимодействовать? Можешь. Не можешь. А, отсюда... Сюда надо что-то притащить. Пацаны. Wait. Погоди. Давай, спускайся. Пожалуйста, мне нужно... Мне это нужно. Выглядит прикольно. Так, ладно, толкай. А, ну тут всякие колючки. Пойдем. Пойдем, выход уже рядом. И? О! Ты куда? Вот падает. Это ей приснилось опять? Мать, вставай. Ты чё там? Да, приснилось. Спроснётся, скажет, это был сон. Мы с этого игру начинали. В ловушке. Сеанс номер 6. А чё же не показывают, где... Долгий сон. Бля, всё-таки психушка. Топ-топ. Куда она делась? Right. Закрыт, как всегда. Она сказала, я где-то здесь, да? А, да вот она. Так, и чё? Двигаемся дальше? Погнали. Right? Ты в порядке? Really. Не особо. Не хочу об этом говорить. Ну так не говори. Так, мы сюда не пройдем. Значит, идет вперед тень. А где мой зонт, который мне нравился? Did we fall because of me? Это из-за меня мы упали. Да. Из-за кого же, блядь, еще? Так, а... Подожди. Добраться-то мы доберемся. А, то есть тут... Все, я понял. Она встает на глаз, и все, свет прекращается. Птиц все меньше и меньше, либо их более... Это, лучше запрятывают. Слово какое-то тупое, блядь. Лучше запрятывают. Лучше прячут. Я просто искала выход.
Молодец. Что у нас здесь имеется? Какая-то кнопка опять. Так, это типа подъемник, типа лифта. Are you going to stay silent? Так и будешь молчать? Вечно молчит. А вот разногласия. А мы его зачем туда? А, там птица. А, вон что. Сейчас все сделаем. Она насквозь не может проходить, а не для нее как препятствие физически. Так. Блин, ну атмосферненько. Это не твоя вина. Атмосферненько, мне прям это... нравится. Не сказать, что прям как что-то такое сильно особенное или что-то сильно сложное здесь. Твоя вина. Что я сделала? Я что-то сделал не так? Так, что за шипы? Так, это тарелки, да? Они нам не мешают? Ну-ка. Пойдем. Не, все нормально. Пойдем сюда. Подожди. Туда-то, туда, это понятно. Ага, птичка. Стой. Достали. Подожди. Фишка-то в том... как мне на ту сторону пройти? Вот что. Она же не проходит сквозь. Слышь, твоя помощь нужна. А чем помочь ей? Кнопку нажать? Подожди. А если я нажму кнопку, что поменяется? Стой. Ну просто других вариантов я пока не вижу. Нет. 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 Нет и нет. А, все, я понял, что я туплю-то? Вечно, блин, начинаю сам себе жизнь усложнять. Нужно по низу пробежать. Но после того, как шипы пройдут. Сейчас три подноса проедут. Третий вот сейчас проезжает. Блять. И все. Я медленно, медленно и внимательно изучаю это ощущение, но оно становится непонятным и не хочет исчезать. Это моя неудача. Мы, походу, дело играем не за девочку, а за взрослую женщину. Короче, ладно, в конце посмотрим. Чё да как, да куда, да почему. Так, здесь... фонари... А тебе есть здесь проход? Do you know where to go? Ты знаешь дорогу? Знаешь? Что-то там написали уже. I don't recognize this place. Не узнаю это Everything место. Все какое-то другое. Что мы делаем, когда... гаснут огни. Куда мы уходим, когда тени становятся длинными? Как мы пробуждаемся от дурных снов? Почему мы здесь остаемся, хотя можем и просто уйти? А вот хуй знает на самом деле. Так, что здесь? Нормально.
Стоит она на краю. Но это опять очередной какой-то сон. Так, прыгаем, прыгаем на корабль. Да? И ты прыгай на корабль, мать. А, все, она ее понесла. Хорошо. В смысле, блядь? Я за нее играю? Слушай, это не... Прикольно. Лучше. Это значит катится, а мне, блядь, это... Уворачивайся. Старайся лучше. Да, она и так неплохо старается. Хотя хуй поймешь, о ком идет речь. Ну да. Дева. Вылезай давай. Залезла, блядь. Катится. Теперь давай наоборот. Да стой ты, блядь, не ты. Ты. 3098. Но если учитывать, что приблизительно около 90 надо собрать. Ага, да, а почему ты дальше не идешь? Стоп. А, там свет. А ты больше ни в какую сторону не двигаешься? Так, давай. Ты так прыгаешь нормально. Надо перекрыть глаз. Ты знал, что мы сюда придем? Или мы заблудились? Да, это все-таки те... Не, вовсе нет. Что вовсе нет? Вовсе не знала или знала? Подожди. А... Тут нечего забрать? Наверное, нечего. Это может быть, кстати, какая-нибудь птица. Ладно, нет птицы, так нет. Блин, ну тут ладно уже. Знаешь что? Знаешь что? Что, блядь? Давайте это... Немножко поразнообразимся, что ли. Так, стоп. Пока не упрыгали глубоко, далеко, побежали за эту, а то вдруг помощь по... Ты должна мне доверять. Ничего она тебе, блядь, не должна. Я же не обязан тебе помогать, но ведь помогаю. Вот ты, блядь, какая. Мелкая засранка. Там что-то на мостике было написано. Ты точно знаешь, что делаешь? Но ведь помогаю. А, ну они дублируют слова. А, прячемся за этим. Дальше. Прикольчики в чем? Подождите. Так. А ты сможешь? Может, хорошо. Do you know where you're going?
То есть надо... Да ты чё? А, там типа это... Ты что, просто ведешь меня, куда глаза глядят? Нет, я знаю, что делаю. Судя по всему, не очень. Куда глаза глядят? Так, стоп, сгорит. Ага. Ага. Но она тебе тоже, кстати, помогает. Неблагодарная ты, блядь, мелкая тварь. Кудымс дальше. Опять ящики толкать. Так. Бля, какие-то уже нереальные расстояния. А дальше чё? А, вот. Стоп. Она вообще твоя тень, блядь. Если чё так. На секундочку. Так что помогай ей давай. И не пизди здесь. Там ведь нет выхода, да? Выход вообще существует? Но опять же, это какой-то абстрактный выход. Я так думаю. Потому что это опять какой-то сон сто пудов. Она из сна в сон переходит. Ой, время-то как быстро пробегает. Давай еще одну-две пройдем и опять же таки остановимся. Так, примерно в полчасика будем делать серию неплохо. Так. Ну здесь очевидно. Сулдеймс. Очевидно, Сулдеймс. Очевидно. А как я туда допрыгну? Подожди, стоп. Отсюда, да? То есть... Если стоять на краю... Вот здесь, то нас, по идее, должно поднять вверх. Неудачи. Неудачи — это нормально. Ну как-то, бля, грубо говорить, причем прям неудачи. Так, чё, погнали дальше. Я вперед, ты потом. Ну, по факту, да, больше получается, что мелкая помогает тени. Ну, бля, почему нет? Если вы, типа, друзья, там, подруги... Ты понятия не имеешь, куда идешь, да? Так. Успеть. Успеть. И успеть. Все. Блять. Тут такая же аналогичная. Так, запоминаем. До трубы. Да ёптань. До подушек. Ты не найдешь выход, если не встретишься со своим страхом. Ну да, какой-то сеанс психотерапии. Встреться со своими страхами. Так, подожди, я что-то... А тут уже все нормально, да? Да, конечно, встретимся. Я хочу, чтобы у меня получилось так сильно, так искренне. Она отказывает мне в победах и оставляет меня ни с чем. Моя мечта. Понятно. Бля, так забавно. Чего ты боишься? Боится боязни? Света? Мне правда надо встретиться с моими страхами? Ну да, пойдем. Похоже, ты боишься света, что он для тебя значит.
Да, это терапия. Ты не пробовала гулять на солнце? Разве камин тебя не успокаивает? А, свет ночника, что укажет дорогу в твоих снах. Туда нельзя. Так, тень, ты тут как? Я так понимаю, она сейчас одна останется. Они разделились. Не хочу. Хочу домой. А где у тебя дом? Пойдем домой. А, ты не хочешь... Она не хочет, наверное... Я скучаю по своим книжкам. Она не хочет... Скучаю по друзьям. Она не хочет... Друзьям? Она не хочет со страхами со своими встречаться. Как насчет ночника, указывающего путь? Как насчет согревающего огня? А что делать-то? Вниз прыгать? И пробуждающего солнца. Мать, говори честно, у тебя раздвоение, и что у тебя, блядь? Ну, помимо боязни света, это мы поняли. Света она точно боится. Ну, давай еще одну. А, действие второе. Сеанс номер 7. Ничего себе, даже так? Тогда ладно, тогда давай на этом и остановимся. Продолжим уже в следующей серии. Плейлист игры, как всегда, в описании. Подписывайся на канал и на паблик ВК. Делись видео со своими друзьями. Ставь лайки, оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока.